Здравствуйте, уважаемые подписчики и гости моего канала. С вами снова Елена и канал «Женские секреты». Сегодня я хочу сделать небольшой обзор по семенам, которые я заказала в биотехнике. Очень часто после моих видеороликов мне пишут, что у биотехники очень-очень дорогие семена. С этим трудно не согласиться. Но петунии я уже заказывала. Обзор семян петунии я показывала. У меня есть отдельное видео. Сейчас хочу показать, что я еще новенького приобрела. И предприимчивые наши садоводы создали группу совместной закупки. То есть нет необходимости покупать оптом по 5 пачек семян. Можно купить по одной там или по две понравившиеся семена. То есть люди собираются в группу, заказывают, и по себестоимости, ну, конечно, там за доставку есть небольшой процент, но во всяком случае это гораздо дешевле, чем заказывать на Озоне или на Валберисе. Если заказывать напрямую с сайта биотехники, то там минимальный заказ 5000 плюс пересылка. То есть это для личного подсобного хозяйства, конечно, не очень удачный вариант. Заказывать семена на 5000 сразу на несколько лет вперед не вижу никакого смысла, потому что всегда появляются новинки. Ну, конечно, хочу начать с редиса. Редис я заказала нестрелкующийся, 16 дней, называется «Алекс». Дело в том, что у нас белые ночи, и с редиской часто выходит неудача из-за того, что очень светло, длинный световой день летом, и редиска часто идет в стрелку. Супер ранний, от сходов до уборки 16-18 дней, не реагирует на длину дня, возможно, круглогодичное выращивание. Так, следующий сорт у меня редиски. Это глобус, 16 дней, корнеплоды отлично выровнены, так длительное время сохраняет товарный вид, не дреблеет, возделывается в весенний период март-май. То есть, если у вас в теплице есть возможность посеять рано, то можно посеять рано. Еще один интересный сорт, который я для себя выбрала, вот такой слегка удлиненный, с белым кончиком. Называется он «Дуэт», 18 дней от сходов для защищенного и открытого грунта. В пачке 2 грамма. Ну, я скажу, что у биотехники отличные семена по качеству, отличная всхожесть, поэтому 2 грамма, если сеять ее так, чтобы без продергивания, то вполне достаточное количество. И еще вот такой интересный сорт Тореро F1, тоже 16 дней. Редисочки кругленькие. Срок созревания 16-18 дней для выращивания в открытом и защищенном грунте. Не растрескиваются. Так, и не дреблеют. Ну и, конечно, для разнообразия заказала вот такой еще интересный белый редис. 18 дней. Белоснежный завтрак называется. Для салатов, ну, чтобы создать цветовую палитру. Тоже 18-20 дней. Не древеснеет, не растрескивается. Попробую в этом году именно редис от биотехники. Обычно покупала редиску там, где придется. Зашла в магазин. И какие есть на выбор, такие и взяла. Так, теперь по огурцам. Взяла я попробовать в этом сезоне Петербургский экспресс. Вот такой вот дяденька, покрытый инеем весь. Это сорта так, для регионов с прохладным климатом необходим рассадный способ выращивания. Так, в плодоношение вступает на 38-й день после посева. В пачке 8 штук. Зеленцы длиной 8-10 сантиметров. Расположение завязей пучковое. То есть вот такой интересный сорт хочу попробовать. Я никого не агитирую. Я выбираю то, что для наших северных регионов, потому что у нас не все так просто. Выращивать рассаду на подоконнике
не у всех есть время и возможность, а в открытом грунте, конечно, огурцы у нас прямым посевом не успевают. Поэтому приходится и рассаду выращивать, и высаживать их, и ухаживать. Если лето холодное, то бывает и не урожай. Поэтому выбираем семена именно такие, которые предназначены для регионов с прохладным климатом и не, вот, устойчивые к заболеваниям, обладают очень высокой устойчивостью к грибковым заболеваниям, бактериальным и вирусным заболеваниям огурца. Так, здесь у нас после сбора плоды долгое время не желтеют. После сбора 3-3,5-4 недели. Пригоден для потребления в свежем виде и консервирования. Так, еще вот так, вот эти я покажу потом. Вот такой интересный сорт тоже устойчив к различным заболеваниям. Это у нас огурец эскимос. Высокая холодостойкость. То есть это как раз для регионов с коротким летом, с дождливым, с холодным. Вот такой интересный сорт забияка. Патернокарпический. Не сдаваться в темноте. Этот сорт устойчив к недостаточному освещению. То есть если у вас где-то полутень, или вы выращиваете на балконе, где плохое освещение, недостаточное, можно попробовать вот этот посев. Тоже устойчив к холодным, так, условия ранней весны, дождливость, дождливое холодное лето с сохранением отличной завязываемости плодов. 42-43 дня до первого плодоношения. И похожий сорт задавака, забияка и задавака. Тоже не сдаваться в темноте, вот указано здесь. То есть, для, если даже недостаточно освещения, тоже патернокарпический, то есть самый опыляемый сорт, который можно попробовать выращивать в раннем посевом, либо в теплицах, либо где-то, может быть, в закрытом грунте. Ну, без дополнительной досветки. И два интересных сорта. Это у меня взяла я попробовать квартирант. Это огурцы для выращивания в квартире на подоконнике. Хочу посеять вот на днях. Как раз сейчас подходящие дни для посева. Хочу попробовать посеять на подоконнике, что из этого вырастет. Потому что пробовала сеять обычные огурцы, они очень сильно вытягиваются. Огромные плети, конечно, для квартиры не лучший выход. Вот специальный гибрид для выращивания в комнатной культуре. Может выращиваться круглый год в зимний-весенний и весенний-летний, осенний культурооборот. Многочисленные, очень маленькие вкусные огурчики. В пачке тоже 8 штук. Вот такой вот интересный сорт, обратите внимание. И еще один огурец называется домосед. Это тоже для подоконника. То есть выращивается в комнатной культуре. Пригодный для комнатной культуры. Может выращиваться круглый год. Вынослив к затенению. Очень красивые и вкусные огурчики. Так, период созревания. Но вот этот достаточно долгий, 56-61 день. А вот у этого я не посмотрела. 48-52 дня. То есть, если сейчас посеять, то к февральским праздникам, к февральским, к мартовским можно будет попробовать, но свежие огурчики. Томаты в этом году я не покупала, потому что у меня огромное-преогромное количество томатов, семян всевозможных осталось с прошлого года. Хочу еще попробовать я бальзамин Валера. Было только две расцветки, заказывала я несколько, но вот такие две расцветочки хочу попробовать посеять. Бальзамины, они очень обильно цветущие. Их можно выращивать как в напольных кашпо, так и в подвесных корзинах.
Они очень хорошо, легко черенкуются, поэтому можно по несколько семечек посадить и попробовать. Высота растения так сильно ветвится, формирует побеги длиной 30-35 сантиметров. Но начало цветения на 15-16 неделе после посева, то есть это 4 месяца нужно выращивать рассаду, поэтому сразу после Нового года можно попробовать и посеять. В любом случае ее всегда можно прищипывать, черенковать. Это не огурцы, не помидоры, это цветы, которые чем больше щиплешь, тем лучше они ветвятся, и тем больше и обильнее будет цветение. Но указывает производитель посев в начале, в марте. Так, семена вдавливаются в грунт, либо присыпаются сверху слоем не более 2 мм. Ну, что из этого получится, мы посмотрим уже весной. Так, еще заказала я 2 сорта бакопы. В прошлом году я бакопу сеяла, не помню от какого производителя, у меня бакопа не взошла. Но вообще само по себе растение достаточно некапризное, мелкие вот такие цветочки, что-то между лобелией и калибрахоа. Она совершенно не капризная к погоде, формирует побеги длиной 45-60 сантиметров, посев конец февраля-март. Такие вот необычные, вернее, они не то что необычные, вот эти сорта, они более крупноцветковые, чем обычные семена бакопы. Так, еще хочу я попробовать в этом сезоне лаванду, не знаю, лаванду ни разу не сеяла. Ну, попробовать хочу. В пачке 20 штук. Надеюсь, что что-то вырастет. Заказала в этом году снова семена катарантуса. В прошлом году я выращивала очень много семян катарантуса. И скажу, не у всех производителей они хорошо всходят. А вот так, были у меня белые и розовые. А вот тату папайя и тату черри блэк, таких расцветок я найти не могла, покупала от фирмы Дарит, и скажу вам, что всхожесть у них была очень плохая. Там в пачке, по-моему, по 4 семечки было, и было всего по одному всходу. Здесь по 8 семян. Ну, надеюсь, что биотехника нас не подведет. У меня на окошке еще прошлогодних маточников, и белый, и розовый, и какой-то там еще, по-моему, синий есть. То есть те я буду черенковать, а вот эти новые расцветочки хочу посеять семенами. Их тоже можно и прищипывать, и можно черенковать. Я пробовала, укореняются они достаточно долго, но выход хороший. Если, допустим, петуния через месяц уже укореняется, то катарантус месяца полтора. Но во всяком случае его можно черенковать и сохранять его в домашней культуре, зимой передерживать. Также с него можно собирать свои семена. Он охотно завязывает семена, даже если немножко сорт где-то будет отличаться, то зато у вас на следующий сезон будут свои бесплатные семена. Здесь по 8 штучек. Ну и, конечно, не удержалась, как я не отказывалась, что не буду ничего покупать в этом сезоне. Заказала еще 3 расцветки вот такой замечательной герберы. Это гербера горшечная, то есть для выращивания на подоконнике. Она растет очень-очень долго. Цветки крупные, диаметром до 10 сантиметров. Так, рассада 7-8 недель при температуре 16. Начало цветения на 12-15 недели. Так, 15 неделя плюс 2 недели на всходы. Итого получается 4 месяца. То есть ее, если хотите получить цветение на дачном участке в вазонах, то ее нужно сеять где-то в феврале месяце. А если для домашней культуры, для домашнего выращивания, то можно посеять и сейчас, чтобы рано весной увидеть первое цветение. Кустики у нее не высокие, поэтому для горшечной культуры вот обильное цветение именно в горшках получить. Ну вот такие вот у меня в этом сезоне будут новинки. Конечно, томаты, это все у нас
уже вопрос решенный с семенами, потому что заказывала очень-очень много от русского огорода, от садов России. Там у меня были и от биотехники, и от аэлиты. То есть помидоры в этом году не заказывала. А вот свежие огурчики, свежий редис и свежие цветы, конечно, попробую вырастить. Но еще раз скажу, о петуниях у меня есть отдельное видеообзор сортов. Там не только биотехника, там и другие фирмы представлены. Можете посмотреть. А от биотехники, если кто-то проживает поблизости с нами, милости просим в группу, в совместные закупки. Ссылочку на группу я оставлю в описании под видео. Пожалуйста, заходите. Выбрать можно на самом сайте то, что вам интересно, и сделать заявочку. Девочки с вами свяжутся, и там уже, когда приходит заказ, вам присылают сообщение или звонок, и вы просто забираете на дому. Так получается гораздо удобнее, дешевле, и не нужно бегать где-то по магазинам что-то искать. Цена та, которая на сайте, плюс 20% за пересылку и упаковку, фасовку. В общем, получается недорого. Хотя сами по себе семена у нее достаточно дорогие. Там есть и 100 рублей пачка, есть и 150, ну, не более. Зато вы не переплачиваете. А если кто-то проживает достаточно далеко, можете сами организовать какую-то совместную закупку. Там минимальная партия на 5000. То есть там 5-6 человек набрали желающих, собрали кто что хочет и заказали. Я в прошлом сезоне сама для себя заказывала на 5000. Но, конечно, это много, поэтому у меня в этом году остались и прошлогодние семена. Ну и часть семян я просто с людьми за свою цену их отдала. То есть я как бы ничего в этом плане не потеряла. Совершенно забыла про те семена, которые находятся у меня в холодильнике. Часть из них я покупала в прошлом сезоне самостоятельно. Конечно, обошлись они мне намного дороже, чем в групповой закупке. Вот эту я Illumination Orange покупала в прошлом сезоне на Озоне. Очень она дорого мне обошлась. И вот именно эти Illumination в этой плошке, вот они самые первые и проросли. Конечно, пока не все, но во всяком случае этого сорта хотя бы по одному росточку есть. А вот этот сорт, это тоже Illumination белая, но от русского огорода пока сходов не видно, но надеюсь, что и прорастет. Вот это у меня в прошлом году оранж зацвела хорошо так. И вот я ее сохраняю череночком, она у меня вот такая. Первые цветочки, конечно, не махровые. Потом она разрастается, она ампельная, очень красиво, нарядно цвела весь сезон. Также заказывала еще два сорта огурцов. Это гектор и тундра, не сдаваться в темноте. То есть это тоже такие достаточно устойчивые сорта, но пришли они летом поздно. То есть сеять уже их было поздно, я в том году их не сеяла. В этом году обязательно хочу попробовать. Также в прошлом сезоне пробовала я вот эти антиринумы. Ну, их еще называют, похоже, что на львиный зев. Но львиный зев бывает высокий. Этот вот низкорослый для кашпо очень хорошо подходит. Я по несколько штук сеяла в прошлом сезоне. Вот пакеты уже вскрытые. Цвели до самого снега. Очень такие тоже симпатичные, нарядные цветочки. В этом сезоне обязательно посею. И вот в промежутках между лилиями и дельфиниумами, они же цветут не весь период. Вот эти такие однолеточки, они очень хорошо выручают в тот период, когда они большие цветки еще не зацвели, но чтобы клумба не пустовала. Их можно просто высадить в кашпо и переставлять кашпо на пустующие места, там, чтобы не было таких пустых, не цветущих мест. Также приобрела импатиенсы. Не знаю, как они у меня пойдут, но выглядят они очень красиво. Хорошо они черенкуются. Я так понимаю, что это родственник бальзамина. Импатиенс и Мара Оранж. И
Мара Виолет, Акробат и белый White Акробат. Пять расцветок было, пять расцветок я и заказала. Конечно, все это стоит денег, но выбрать невозможно. Ну и, конечно, не могла удержаться, когда увидела вот такие интересные цветочки. Называются они прострел. Это, в принципе, если в природе, то они это родственников. Они многолетние, морозостойкие. Хочу попробовать вырастить. Их я тоже заказывала в прошлом сезоне, но они пришли летом. В зиму, конечно, сеять я не стала. Хочу попробовать вот сон-трава. Вот такие подснежники. На одном месте они растут достаточно долго. Не знаю, что у меня из этого получится, но очень хочется. У нас есть такой небольшой лесной уголок, там, где сохранилась дикая природа. Там у нас елки, осины. И хочу туда подсадить подснежники. Я думаю, что они будут там очень даже гармонично вписываться в природный ландшафт. То есть получилось у меня еще целая коллекция от биотехники. Обратите внимание на эти растения. Я думаю, они вас тоже заинтересуют. Вот такой вот у меня сегодня обзор. Кому было интересно и полезно, пишите свои отзывы. Хотелось бы узнать ваше мнение о схожести, о соответствии сортов именно семян биотехники. Еще раз прошу тех, кто пишет, что покупаете у Беллы, покупаете еще где-то, пожалуйста, если вы хотите, покупайте. Вот мне нравится биотехника, я у них заказываю. Кому не нравится, пожалуйста, можете заказывать любые другие семена или покупать в магазине подешевле. Но потом не удивляйтесь, если у вас получится не тот сорт или плохая схожесть семян. То есть скупой платит дважды. Если мы покупаем семена петунии, допустим, за 30 рублей пачку, где там 0,1 грамма, то есть бесчисленное множество этих семян, не рассчитывайте, что все петунии будут именно того сорта и что они будут хорошо всходить. Если вам понравилось данное видео, ставьте, пожалуйста, лайки, подписывайтесь на канал, пишите свои отзывы, пишите комментарии, может быть, какие-то советы у вас есть по поводу видео. Также интересно будет, о чем бы вы хотели узнать и посмотреть в новых видеороликах. Ну, а я с вами прощаюсь и жду вас снова на своем канале.